Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп, и сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайтик под названием GiveDrop. Сегодня у нас достаточно необычный ролик для моего канала, а точнее с вебочкой. Достроил я, значит, свой кабинет, я надеюсь, что по моему эхо достаточно сильно это слышно, то что я его достроил. Видели бы вы, как я сейчас... Делаю, точнее, эту запись. Это просто победа. У меня на окне, из-за того, что до сих пор тут еще не все обстроено, нету занавесок, и мне приходится закрываться от солнечного света коробками. Не знаю, может быть, в своем телеграм-канале я выложу, как это сейчас выглядит, но, по крайней мере, это сейчас очень стрёмненько. То, что коробка стоит просто на окне, и все проходящие мимо, наверное, будут видеть мою... душевую систему. Коробка просто от душевой системы. Ну ладно, сейчас не об этом. Сейчас у нас идет разговор о том, то, что мы сегодня с тобой перемещаемся на сайтик под названием GiveDrop. Пополни данный сайт на 15 тысяч рублей обязательно. Если ты захочешь пополниться, вот сюда вот Тёмин реферальный промо вводишь, луп 40. Дает тебе 40% наполнение. Да. Наверное, сегодня будет достаточно много разговоров по поводу... Сёминого нового личного пространства. И достаточно много разговоров по поводу фона. Вот этого вот огромнейшего. Как по моему мнению. Ну ладно, что ж. Пятнашечка на балансе. Будем начинать с кейсика. Золотой лес. 5 кейсиков мы сейчас с тобой ударим. Посмотрим. Мало ли что-то будет здесь хорошенькое. Вот перчатки бы спецназа. Ну ладно, нет, к сожалению, нет. Ну, вижу азимов за 1500 рублей. Итого в общей сложности 2400. А потратили мы 3300. Но сказать то, что это неприятно, наверное, это все же ничего не сказать. Как это говорится на данном канале. Что ж. Ну, какой-то прям очень даже сомнительный сегодня дроп. Ну ладно, будем надеяться то, что еще хотя бы что-то данный сайтик нам будет с тобой показывать. Давай просто... Триггер Барри Кейса. Ударим. 7500 потратим. Я вижу вот здесь статрек хроматическую операцию. 1500 рублей. Все ж, наверное, стоит объясниться, для чего все вот это вот затевалось, весь этот ремонт. Потому что Сёма снимал из своей собственной комнаты, спальни, там, где я сплю. Я, конечно, понимаю то, что, наверное, у половины здесь сидящих людей вот именно так компьютер стоит. Но... хочется же своего какого-то пространства, хотя бы небольшого. И в дальнейшем, наверное, хотелось бы делать стримы. Поэтому, наверное, в особенности, поэтому я все-таки сделал. Конечно, потратил миллионы денег, но сейчас не об этом. И звук такой, как будто у меня сейчас ебанется коробка. Ну ладно. 787 рублей. Такое себе, окей. Продаем и еще раз открываем... Кейсик любовь. Всего, по всей видимости, я сейчас поеду за шторами. О, кстати, оранжевая барокко. А сколько ты стоишь? Ну, 8000 рублей. Вот это уже приятность имеется. Хорошо. Что ж. Тогда давай-ка мы с тобой, наверное, какой-то кейс подороже, может быть, ударим. Это что у нас? Ну, пускай гром и молнии будет за 6700. Да, конечно... Какие бы ни были бы засветы, они все равно имеются. О, подожди, Хронос, 38 тысяч рублей. Ну, в принципе, пятнашку я задепал, и мы с тобой давненько отсюда ничего не выводили. Ну, 38, как будто бы выводить с гивдропа, ну, такое себе. Ну, постараемся сделать что-то, может быть, поболее. Может быть, кейсик успех, 5 раз откроем, и что-то он нам хорошее преподнесет сейчас здесь. Но хорошего я вижу только 2 статрека гончантика. По 3900, все остальное, конечно, сущие копейки. 15 тысяч рублей вместо, я так понимаю, вместо много денег. Вместо, так вот. Ну ладно, еще раз попробуем, дадим шанс этому кейсу. Ну, пожалуйста, ну не оранжевое пламя. Но оно же самое дешевое здесь в этом кейсе. 2000, ну, господи, ладно. 9300 рублей. Опять залился. Опять, мать его, залился. Это очень стрёмная хуйня, на самом деле. Я, наверное, достаточно часто буду поворачиваться в течение видеоролика, но... поскольку я ничем эту коробку ёбну не закрепил, поэтому мне придется так делать. Ладно. Ну, хотя бы скоростный зверь, но нет. Ну, лучистый ликорис.
4200. Ну, баланс медленно, но верно начинает приближаться, наверное, к нулю все-таки. Может быть, все-таки еще что-то хорошенькое поставишь. Вот оранжевая барокко, например. Хотя тут она по-любому падает, и снежная мгла падает. И сколько это денег? Ну, 13 тысяч рублей. Да, наверное, это хорошо все-таки, нежели могло бы упасть сейчас куда хуже. Ну, вот чистую воду бы. Ну, ладно, шедевр. Сколько это? 40 тысяч рублей за шедевр. А вот тут вот уже можно на самом деле даже и подумать. А выводить, может быть, ли стоит или не стоит? Хороший вопрос, на самом деле. Ну, наверное, шедевр за 40 тысяч рублей я, наверное, буду сейвить. Все-таки, как бы, да? Но у нас еще не стоит забывать, что у нас еще есть поинты. Помимо поинтов, у нас еще есть деньга 4800 рублей. Поэтому давай-ка мы вот здесь вот их потратим. Ну, за ракет я, наверное, определенно точно куплю себе шторы. Не обязательно, конечно, что за навесками, но шторы точно куплю. Или как это называется? Карниз, ебаный в рот. Шторы покупаю уже за 40 тысяч рублей. Хочется, конечно, сделать по кайфу. Не знаю, может быть, в дальнейшем будет задний фон, но пока что... Пока коробка на окне, это точно идет... Задний фон идет мимо. Ладно. Окей, тогда продолжаем. Кардио, статрек, когти. Ну, такое себе падает на самом-то деле. Окей, тогда так, так. Еще два кейсика откроем. И, наверное, пойдем попробуем выбить из желудей какую-нибудь сочную пушечку для розыгрыша вам определенно точно. 441 рубль. Окей, хорошо. Гив дроп. Поехали. 532. Одуреть, сколько он нафармил? 95 рублей. По 95 поинтов получаем сувенирный автомат Галиль Белия напиление. Такое себе. Для розыгрыша это такое себе. Хорошо, 20. За 20 поинтов открываем. Получаем дуалбереты. Татре киевские, конечно же. Какие же еще-то. Ну, калифорнийский камуфляж мы получаем. Идем далее. За 40 поинтов мы получаем. Ну, откройся. Кимоно цвета мяты, но... Качество, ну такое же не хочется разыгрывать вам. О, а вот калашек буйство красок, это еще куда не шло в самом деле. Хорошо, ну 4 доллара на баланс. Вот это да, вот это спасибо большое. Хорошо, дальше 60 поинтов тратим. Получаем лавки-чмавки. Ну и тогда перемещаемся в контракты, наверное. Опа, а это откуда у меня? Я же вроде выводил этот скин. Ну ладно. Выведем еще раз, это не проблема. Так, вот это все сюда мы запихиваем. 4000 рублей. Контрактик медиум. Сегодня без хардов. Медиум контрактик делаем, получаем. Опа. Контракты начали выдавать. 16 тысяч рублей. Но нет, я буду сегодня определенно точно все выводить. Хватит здесь засиживаться. То я знаю, чем это все заканчивается. Понятно, 150 рублей. Попробуйте еще раз. Я не хочу. Можно, пожалуйста, открыться? 352, я тебя услышал. Хорошо, и давай, наверное, уже дотратим все наши поинты. А точнее, два раза мы сможем всего лишь открыть. Но, тем не менее. Ну, давай. Затрековский черный лотос. Такое себе, наверное. Да и наклейка не самая дорогая. Можно X5 попробовать поставить, мало ли залетит на пропагандочку. А давай. 606 рублей. Может превратиться в 3500 рублей. Могло превратиться в 3500 рублей, но не превратилось. Хорошо, может быть 600 тоже на X5, ну на аквамариновую месть какую-нибудь поставить. Почему бы и нет, я считаю так. Хорошо, давай, закрутка пошла. И, конечно же, не и. Ладно, что ж, тем не менее, сегодня домой отправляется скинов общей сложностью на... 58 тысяч рублей. Это, кстати, это очень даже хорошо. Что ж, а для того, чтобы поучаствовать тебе, именно тебе в розыгрыше на вот такой вот калашик буйство красок за 1500 рублей, ты должен быть просто подписан на канал, поставить лайк, написать, конечно же, комментарий. Так, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.